В поликлинике Центральной медико-санитарной части открылся первый в городе кабинет паллиативной помощи. В нем врачи, анестезиологи и реаниматологи оказывают помощь пациентам, страдающим различными формами хронических болезней в терминальной стадии, когда все возможности специализированного лечения уже исчерпаны. Врачи оказывают пациентам и их родственникам не только психологическую помощь, но и организуют консультации узких специалистов, а также оказывают содействие в социальном обслуживании. Не так давно в Центральной медсанчасти открыл свои двери для пациентов кабинет противоболевой терапии. Начинание оказалось удачным, однако в городской медицине оставалось еще много нерешенных вопросов. Один из них – оказание противоболевой помощи онкологическим больным. Как правило, такие больные лежат дома, койко-мест в больницах для них попросту нет. Да и с назначением наркотических препаратов и особенно определением дозы вещества у обычных терапевтов возникают проблемы. Врачи, работающие в кабинете паллиативной помощи, такими проблемами не озадачены. Все они прошли специальное обучение и доподлинно знают особенности протекания болезни у своих пациентов. Пока что в кабинете проводятся лишь консультации. В планах – обустройство отдельных палат и, возможно, создание целого отделения паллиативной помощи на базе Центральной медсанчасти. Данный вид помощи в Магнитогорске наконец появится, потому что до сих пор его не было, и качество оказания помощи очень низкое. Напомним, что расположился кабинет паллиативной помощи в здании поликлиники Центральной медсанчасти. Лечение в нем бесплатное.